Первый муниципальный округ появился в Хабаровском крае. Перейти на новую форму управления решили жители Охотского района. Эту инициативу поддержали во всех поселениях, которые теперь вошли в Охотский муниципальный округ. Депутаты Законодательной думы официально утвердили изменения системы управления. До конца года на этой территории будет сформирован и начнет действовать Охотский муниципальный округ. После этого момента на территории района прекратят деятельность Совета депутатов, администрации 8 поселений и самого района. Население устало от того, что их перенаправляют на район и решают на местах вопросы. Поэтому, когда мы проводили с главой встречи и проезжали по поселениям в коллективах, то все в один голос говорили о том, что надо четкая власть в районе. Создание муниципального округа сделает структуру власти одноуровневой. Иными словами, представители администрации округа в каждом населенном пункте смогут решать вопросы на месте. Раньше главы поселений не обладали таким широким набором полномочий. Прежде чем принять законопроект о переходе на новую систему управления, депутаты Законодательной думы изучили опыт своих коллег из других регионов. Председателем Думы Ирина Валерьевна было принято решение, что мы должны выехать профильным комитетом и правовым управлением в Амурскую область, посмотреть их процедуру преобразования. Они уже на протяжении 3 лет осуществляют данное преобразование. Еще одно преимущество муниципального округа – возможность привлечь дополнительные средства в свой бюджет. В частности, у жителей появляется больше возможностей для участия в национальных проектах. Наличие единого бюджета на весь округ позволит получать большие суммы софинансирования от региона и федерального центра. Александр Лихачев, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».